Привет, друзья! Как и большинство всех видео, по многочисленным просьбам мы снимаем первый видеообзор коротенький для тех, кому не терпится увидеть просто внешний вид, понять, что это за вещь, как она выглядит. Ну, а уже второй видеообзор после этого можете посмотреть полностью с описанием подробным о материале, о плюсах, минусах, о нюансах данного клатча. Так вот выглядит мужской клатч Вейди Пола. Это известная фирма, темно-коричневый он идет, таких вот небольших размеров. Это для тех, для кого уже мало просто портмоне. Вот здесь есть несколько отделов в первом отделе. И также несколько отделений во втором отделе. Вот такие вот отделы на молниях. Еще раз ближе покажу. Для тех, кто делает акцент на первом видеообзоре. Компактная, удобная. Вот такой вот клатч. Если понравилось, ставьте лайк и переходите ко второму подробному видеообзору. До встречи!